Создание наших образов, а мы пытались подчеркнуть естественную красоту, плавность линий, легкость, воздушность наших моделей, тем более учитывая тематику конкурса, чтобы они выглядели воздушно, волшебно, как сама любовь. Красота многогранна, уверенность в собственной привлекательности бесценна, а стиль неповторим. Откройте все грани своей индивидуальности, окунитесь в чувственный соблазн высокой моды. Будьте естественны и неповторимы. Доверьтесь профессионалам. Красота как стиль жизни. В имидж студии Елены Шушляпиной. Будьте неповторимы. Super sexy and you do the dirty talk. You're just a bad girl, but baby, nothing's wrong with that. It's time to misbehave, cause I need a super bad. Oh baby, it's so naughty like you've never been before. So show me what you got and let me tape a video. You're gonna be the star of my X-rated sex tape. As long as you're the bad girl. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня исполняется 5 лет этому легендарному проекту. Аплодисменты, ребята! Да, дорогие друзья, проект «Фьюжн» выпустил 5 лет. Давайте громче поаплодируем!
магазине «Дим Белизн» есть все необходимое для настоящей женщины. У нас вы найдете изысканное и комфортное нижнее белье на каждый день и для особых случаев ведущей торговой марки «Триумф». Одежда для сна и отдыха торговых марок «Триумф» и «Помпея» порадует вас особым комфортом, красотой и женственностью. Свести с ума любого мужчину вам помогут пикантные костюмы от бренда «Лех Авеню». У нас представлены в большом ассортименте костюмы для тематических вечеринок, которые помогут вам на любом празднике выглядеть незабываемо. А также корсеты, пояса, чулки, подвязки и многое другое. Ждем вас в магазине «Дим Белизны» ТРЦ «Караван». Сказать уже о финальном проекте «Дюжина красоты». Вы наблюдали мужскую лигу, а теперь финал. Как вам финал? Добрый вечер, Дима. Это что-то необыкновенное, захватывающее. Действительно, все организаторы, хореографы, продюсеры, Рустам Гасанов в том числе, они действительно постарались и сделали что-то необычное, и финал выдался просто шокирующий, я думаю, для всех. Heart attack and throw it back, now watch me get it. Ain't new to this, but you the shit. Damn, girl, you pretty. Blowing out your candles, let me make a couple wishes. Remember how you did it, remember how you fit it. If you still wanna kiss it, come and get it. Sweeter than a rice cake, cake bread sipping. Kill it, tip it, cake, fill it. If you sexy, you know it, ain't afraid to show it. Put a candle on my motherfucking back, baby, blow it. Lexi, you know it, ain't afraid to show it. Put a candle on my motherfucking back, baby, blow it. Let's take cake. Your name, okay. I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby. We go together, baby. You never have to worry if what I see.
вопрос главный. Почувствовали ты разницу между дюжиной красоты мужская лига и финалом проекта? Да. Но ведь это же девушки, а то были парни. Чем особенно запомнился финал вот все-таки сегодня? Сегодняшний финал запомнился мне выходом номер 2. Это когда был батл между парнями и девушками. Это очень круто, я такого не видела, чтобы на женском конкурсе красоты еще выходили мужчины и сражались за внимание девушек. Это все на сцене, это все под классную музыку. И плюс была бесподобная хореография. Видно, что девушки готовились действительно, и хореографы постарались, они молодцы. Второй номер запомнится мне, ну, очень надолго. Приятно ли было находиться сегодня на сцене в качестве главной ведущей в собственном месте, когда мы находились, объявляли победительниц, да или нет? Конечно, приятно, Дим, но с тобой вдвойне приятно, ну правда, ребят, ты такой классный. Ольга Завада, невероятная девушка, отличная соведущая, отличная ведущая, и все это дюжина красоты. Спасибо большое, Оль. Спасибо, Дима. You love me and I'm frozen.
Бренд «Дубленок и кожа» – одна из ведущих торговых марок на рынке Украины. Верхней одежды из кожи, меха, замши от известных производителей Турции. Из года в год сеть магазинов «Мир дубленок и кожи» расширяется, охватывая все новые и новые регионы Украины. Сегодня работает 20 магазинов в городах Харьков, Киев, Полтава, Днепропетровск, Краматорск, Северодонецк. Отличная особенность наших магазинов – лояльный подход к каждому покупателю. Квалифицированные продавцы-консультанты умело подберут вам нужный размер, модель, а также предложат выгодные условия оплаты. Стильная и модная одежда для мужчин, женщин и детей. Широкий размерный ряд. А главное – безупречное качество. Все это только для вас. Я видел себя абсолютно разным. Человека, который управляет во время репетиции, и человека, который переживает во время финала. Какие эмоции превышали тебя все-таки больше? Ну, естественно, переживание было настолько, потому что вот все в комплексе происходящее на сцене, в зале, за кулисами. Ты бегаешь, ты не понимаешь, что будет дальше. Хочется, чтобы и девочки выступили так же, как они были на генеральной, то есть танцевали, чтобы я увидела то, что я хочу увидеть, чтобы ничего там не порвалось, ничего нигде не потеряли, ничего не забыли. Тем более, как бы... Все было настолько быстро, динамично, то есть в таком нон-стопе, что бедные девочки там еле успевали, на ходу одевали платье. Я довольна всем. Во-первых, все в комплексе, да, звезда, плод нашего творчества с Олей, все, что мы сделали, то есть все постановки, они настолько разные, настолько друг друга дополняют. Нравится ли тебе находиться в коллективе, в семье проекта «Дюжина красоты»? Да, вот ты правильно сказала, что именно даже не столько коллектив, сколько влилась в саму семью. То есть спасибо всем, что приняли меня в эту семью, потому что это такое чувство комфорта невероятное. Это интерес и азарт, и очень желание общаться, да, со всеми, чему-то у кого-то учиться, усовершенствовать саму себя, носить что-то новое в проект. Да и вообще, как друзья и люди, просто замечательные.
Оля, скажи, пожалуйста, как вообще в целом, по твоему мнению, прошел финал? Все прекрасно понимают, что он, правда, прошел грандиозно, но тебе со стороны виднее все-таки. Я думаю, финал действительно прошел грандиозно, ты правильно выразился. Он прошел динамично, самое главное, он прошел атмосферно. Была атмосфера праздника, была атмосфера шоу, и он прошел в таком хорошем нервном режиме. То есть все действительно до последнего момента не знали, кто же будет победительницей в этом году. Довольна ли ты вообще в целом не только своей работой, но и работой команды? Да, супер команда, на самом деле. Мы уже настолько за эти годы сработались, что учимся друг друга понимать, научились друг друга понимать с полуслова, с полувзгляда. Уже никто друг другу не мешает, не лезет ни в свои как бы компетенции, ни в свои сферы. И только дополняем друг друга. Это очень здорово. Дюжине красоты исполнилось ровно 5 лет. Мы все уже давно говорили о том, что мы одна единая большая огромная семья. Чего мы пожелаем друг другу? Вот давай будем чего-то желать. 5 лет все-таки, юбилей. Хочется пожелать вдохновения всем, хочется пожелать всем терпения, хочется пожелать всем музы, потому что без музы сделать проект интересным на протяжении многих лет невозможно, потому что зритель, он штука вредная, ему подавай постоянно что-то новое, что-то вот такое же, только с перламутровыми пуговицами. Поэтому без креатива, без музы не обойтись. Вот я ее всем и желаю, потому что, ну, как бы, это самое главное в нашей профессии. Дорогие друзья, мы продолжаем далее. Напоминаем о том, что это шоу-проект «Культ», и в эти минуты, наконец-то, у нас есть огромная возможность пообщаться с замечательными людьми, которые уже 100% являются членами семьи под названием «Дюжина красоты». Все это Тамерлан и Алена Маргалиева. Чем вам все-таки запомнилась «Дюжина красоты», учитывая, что вы с нами уже не в первый раз? Во-первых, естественно, очень много красивых девчонок. Харьков всегда отличался тем, что действительно и огромное количество людей, и огромное вообще количество красивых людей, и стильных людей. И, естественно, запомнился тем, что впервые в Харькове, в городе Харьков, мы выступали в Мисто на «Дюжине красоты», поэтому это уже, как сказать, наверное, наш любимый конкурс. Каждый диджей ставит этот трек на плей, чтобы в клубе танцевали смелее, чтобы было все окей. Но когда открываешь глаза, понимаешь, что это бой внутри тебя, я поглощаюсь каждой секундой, пропадаешь словно... Не против ли вы далее вместе с нами быть в семье «Дюжины красоты», но в рамках уже всей Украины, не только в рамках города Харьков? Разве семьи можно выходить? И за это вам огромное спасибо. Был ли у тебя приоритет в тот момент, когда вы выходили на сцену, одна из участниц, возможно, понравилась в гримерке, ведь все равно увидели взглядом, пересеклись, и, может быть, кто-то понравился уже сразу? Мы просто видели, как все девчонки волнуются, и каждая хотела быть мисс. Вот. Но мы все равно всех их поздравляем. Я считаю, что каждая из них на самом деле достойна быть королевой. Да, независимо от того, кто сегодня выиграл, девчонки достойны. И, в принципе, каждая девушка, которая принимала участие в сегодняшнем конкурсе, она может свободно себя называть мисс «Дюжины красоты». Мы обожаем Харьков. Мы вообще, Харьков нас всегда радушно принимает. Спасибо вам за ваши открытые сердца. Мы желаем вам самое главное – здоровья, классной музыки, отличного всегда настроения и любви. Куда без нее? В Харькове у нас очень много друзей, и мы с удовольствием приглашаем их и на наши концерты, и просто приезжаем. Вот, поэтому, в первую очередь, конечно же, здоровечка вам, процветания, вот, как можно больше людей привлекать в ваше благое дело. А мы будем стараться радовать вас своими новыми песнями. Да, вот только так. Did I leave it?
Эннели, улица Пушкинская, 59/45. Завоевать внимание зрителей и жюри. Спасибо. Я настолько люблю Дюжу, настолько благодарна. Это проект всего моего существования, всей моей жизни.
сейчас. Это очень для меня важно. Я ценю нашу семью и всю поддержку всех зрителей, жюри. И насколько меня приятно встретили, и насколько было сумасшедшее шоу. И очень большая благодарность организаторам и хореографам, и всем-всем-всем, кто был причастен к этому шоу. Это сумасшедшая работа. Я очень благодарна, что она дала свой результат. Саш, скажи, пожалуйста, твои эмоции, твои ощущения. Ну, я на самом деле до сих пор еще немножко не верю в это. Вот, потому что, ну, эмоции переполняли на сцене, а сейчас как-то, ну, не верится, действительно, ты так долго идешь к этому всему, и раз выход, раз, два, три, и вот, ты уже стоишь на сцене, и это незабываемые впечатления, и когда тебе отдают корону, я не знаю, просто, невозможно передать словами, серьезно. С нами девчонки, которые участвовали в «Дюжина красоты» 5-го сезона. Девочки, скажите, пожалуйста, как вам шоу, как вам вообще концепция, как вам вообще зрители? Как вы относитесь к «Дюжине красоты»? Ну, первое, что хотелось бы сказать, что «Дюжина» — это действительно семья. Большое спасибо организаторам. Это непередаваемые ощущения, эмоции, зал — это нереальная поддержка. Это куча адреналина, куча улыбок, эмоций. Спасибо большое организаторам. Дюжина – это семья. А скажи, у вас был R&B номер. Как ты себя ощущала на сцене? Какие у тебя были эмоции? Вообще очень феерический номер. Такой новый, можно сказать, во всех конкурсах. Я считаю, он произвел фурор во всех смыслах этого слова. Всем очень понравилось. Я получила кучу драйва, девочки тоже, мальчики, которые с нами выступали. Спасибо хореографам, очень классно все прошло. Рустам, как все прошло? В принципе, правда, финал был шикарным. Хотелось действительно дать супер-шоу, действительно дать хорошие постановки, постановки нестандартные. Мы вот их делали и, знаешь, переживали, потому что такие постановки не делались нигде. Они очень оригинальные, очень хореографически сильные, очень театральные. И очень приятно, что они все понравились зрителям, все, кто пришел, все в восторге, все с хорошим настроением. А что касается самого финала, просто в этот раз не совсем давили даже в там шоу на сцене, хотя у нас его было просто море. Ну да, мне хотелось создать атмосферу. Я очень много говорил, создать атмосферу, чтобы люди уезжали с улыбкой из клуба, и они были довольны. И у нас вот эту атмосферу получилось создать, и очень большая тусовка была внизу, возле студии, фотографировались с Микки Маусом напротив баннера, был классный фуршет. Вся команда, она через себя его финал пропустила и участвовала, и помогала, и вот каждый вот делал свою роль, и в комплексе получилось действительно мега. Я давно вот не был действительно доволен. Какие планы далее на десятилетие, шестилетие, семилетие проекта «Дюжина красоты»? Ух, ну посмотрим, что будет дальше. Мы в любом случае, как бы, сезон закончился, и дальше есть идеи, всегда у нас они появляются, а может быть кое-что будет новенькое. Ну, то есть это все, как говорится, наши зрители все увидят. Еще 3 года назад у нас была идея сумасшедшая. Все-таки мы когда-нибудь мы реализуем. Это 12 девушек из 12 городов Украины. И в финале в Харькове. То есть, действительно, девушка представляла не свой вуз, а представляла свой город. Вот же, эта идея, конечно, уже 3, даже уже 4 года. Но, думаю, может, когда-нибудь мы ее реализуем. Я, правда, всегда благодарю тех людей, которые приезжают и приходят нам на проект. Потому что без вас, без людей, без этой атмосферы «Дюжина» бы не получилось. И нам приятно, что у нас очень много вот своих людей, которые по традиции всегда приходят на «Дюжину». Им нравится этот проект, и это армия наших поклонников, и мы очень им признательны, она все растет и растет. И мне в любом случае хотел сказать им, потому что они, прежде всего, это те люди, которые оценят, которые действительно получают удовольствие, им нравится наш проект. Я в любом случае хочу сказать всем, вот, кто нас поддерживал, да, нашим ведущим, нашим хореографам, нашим партнерам. И особенно мне хотелось сказать большое спасибо клубу «Миста», потому что клуб «Миста» нас всегда поддерживает, и вместе у нас получился отличный проект.